Если бы он к нам зашел. Да, так надо какой-то корм поставить, чтобы он к нам зашел. То он ходит на пороге, стоит. Надо его чем-то покормить. Нет. Он убежит сейчас, Диана. Они очень это боятся. Давай к Диана. Диана, он сейчас убежит, если ты даже дверь откроешь. А это что, кто бросил? Белка, что ли? В него? Нет, вот что сбросил. Белка, Тома. Ну, подними голову. Ты красавец. Красавец такой, вообще. Деловой колбас. Угу. Деловой колбас нос один, это ты. Красивый. Вот такие к нам гости приходят. Жень, посмотри, еще поближе сделай, чтобы смотри, как он вот веточку как раз живет. Ну, кушает ребенок этот, олененок себе, оленчик. Ух ты, красавчик. Ух ты, такой деловой красавец. Ну, можем попробовать выйти. Ну, он сейчас... Давай я буду держать тогда. Тихонько, Диана, не вздумай громко что-то говорить. Тихо, молча, все, закрыли рот все. Молчанку. Тише, тише. Еще тише. Ходи потихоньку. Вон он уже испугался, ты маленький. Не красавчик, красавчик. Диана. Диан, смотри, как классно. Тому не выпустите. Не бойся нас, не бойся. Что? Не бойся. Хочешь хлебушка? Только, Диана, очень медленно иди. Очень медленно, не боится. Жень, Диана, не... Диана. Жень, Тому не выпусти. Брось ему хлебушек, брось. Ну что ты, малыш, на... Ну что ты? Дайте ему покушать. Ну что, маленький? Все, убежал. Нет, остановился. Красавчик. Ну все, пока. Mm-hmm.